Тест на равновесие. Встаньте в позу ромбика. Поставьте ноги на одной прямой линии. Первый тест. В этом положении мы поворачиваем голову справа налево. Второй тест. Мы наклоняем голову направо и налево. Третий тест. Мы следим глазами за объектом. Четвертый тест. Закрываем глаза. Пятый тест. Закрытыми глазами поворачиваем голову вправо-влево. Тест. Ладони соприкасаем друг с другом. Взгляд не сводим с больших пальцев. Смотрим на них. Поднимаем руки вверх, опускаем руки вниз. Руки поднимаем вверх, опускаем вниз. Повторите на другую ногу и напишите в комментариях о своих ощущениях.